Кадры жесткой посадки самолета ЮТР в Усинске, задержание вортовчанина с крупной партией наркотиков и уголовное дело против мужчины, который в Сургуте сбил своего соседа на глазах у ребенка-инвалида. Здравствуйте, в эфире программа «Что произошло?». В ближайшие несколько минут о самых заметных ЧП в нашем городе и округе. В студии Дмитрий Круковец. Самолет авиакомпании ЮТР совершил жесткую посадку в республике Коми. 9 февраля Боинг 737 выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск. По версии перевозчика, самолет находился в нескольких десятках метрах от земли, а из-за резкого порыва ветра лайнер бросило на взлетно-посадочную полосу. Предположительно, именно из-за этого подломились стойки шасси. Воздушное судно на брюхе проехало несколько сот метров. На борту самолета находились 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто серьезно не пострадал. За медпомощью с ушибами обратились 2 человека. После жесткой посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Мужики, сидите, что вы делаете? Они сами знают, что у нас делают. Это паника. Блин, друг друга начнут давить, что пираж? Да, без паники, ребята. Керосин сам по себе не загорится. Эвакуация, эвакуация, левая сторона. В Сургуте не смог приземлиться чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов. 6 февраля вечером летчик лайнера компании «Азур Эйр» даже не стал пытаться зайти на посадку в воздушной гавани нашего города, а сразу же направился в Нижневартовск. А в диспетчерских службах аэропортов сообщили, что смена плана связана с плохими метеоусловиями в Сургуте. В итоге вместо половины 10 вечера пассажиры оказались в пункте назначения около 2 часов ночи. Обратный рейс в Дубае был задержан всего на 20 минут. А в Нижневартовске задержали молодого человека с партией наркотиков. Полицейские остановили для проверки документов 26-летнего молодого человека. В ходе личного досмотра в левом кармане куртки обнаружили, а затем изъяли 28 свертков с порошкообразным веществом. В квартире мужчины нашли еще 66 аналогичных пакетиков. Результат экспертно-криминалистического исследования показал, что это наркотик общей массой 0,25 кг. Как пояснил задержанный, он занимался распространением закладок, чтобы подзаработать. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Расскажите, за что вы задержали? При себе имел наркотические вещества. С какой целью? С целью разложить их. Совершение закладок? Да. А что вас подвигло на данное преступление? Нужда в деньгах. В том же Нижневартовске в полицию с заявлением пришла 66-летняя женщина, которая поняла, что стала жертвой мошенников лишь после того, как отдала 1 миллион и почти 300 тысяч рублей экстрасенсам за излечение от своих болезней. А лжецелители на протяжении 3 месяцев вводили своего клиента в так называемый транс и нашептывали потерпевшие различные мантры. Возбуждено уголовное дело. А в Белоярском районе женщина, решившая продать холодильник, назвала псевдопокупателю все данные своей банковской карты и коды, пришедшие в СМС-сообщениях. Со счета женщины списали все находившиеся там деньги. Я, к сожалению, нарушила правила безопасности пользования интернет-банком и сообщила ему номер одной из своих банковских карт. Через какое-то время он позвонил мне и сказал, что переводит не деньги, но переводит их со счета, и поэтому пароль придет на мой банк, интернет-банкинг, на мой телефон, и он просит его назвать, чтобы перевести мне деньги. На контроле в центральном аппарате по факту нападения на мужчину на глазах у его сына-инвалида в Следственном комитете России завели уголовное дело по статье «Побои». По данным сыщиков, 4 февраля у подъезда жилого дома на бульваре Писателей в Сургуте подозреваемый, используя малозначительный повод, избил потерпевшего в присутствии его 11-летнего ребенка. Теперь конфликт для нападавшего может закончиться даже тюремным сроком. Максимальная санкция инкриминируемой статьи – 2 года лишения свободы. В средствах массовой информации был распространен видеоролик, на котором зафиксирован факт причинения идущему с ребенком мужчине телесных повреждений.
Следственные органы, Следственный комитет Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре перед прокурором инициирован вопрос о передаче материала проверки по данному факту из органов внутренних дел. По результатам проведенной процессуальной проверки следования подразделения Следственного комитета России в городе Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». В Сургуте около крупного ТРЦ сгорела фура. ЧП произошло 9 февраля вечером на стоянке у торгово-развлекательного центра «Аура». Загорелся припаркованный тягач «МАЗ» с прицепом. Спасателей на место вызвали очевидцы. С огнем боролись две спецмашины МЧС и 7 человек личного состава. На месте ЧП дежурила бригада скорой помощи. Как удалось выяснить журналистам телеканала «Сургут-24», пожар возник внезапно в районе двигателя. В это время в салоне находились 2 человека. Через несколько дней водитель намеревался выехать на машине в Дагестан. Теперь, вероятно, поездку придется отложить. Кабина машины выгорела практически полностью. Обошлось без пострадавших. Причины ЧП установят дознаватели. Дым пошел. Резко вышел, смотри, совсем в огне было двигатель. Все это. Попытался в огне включить, но что-то сделал. Не получилось. Не помогло. Дня два назад просто стояли, думали, на выходные сейчас уедем. В Сургуте на Югорском тракте в аварии пострадала девушка. По предварительной информации ГИБДД, около 10:30 утра 7 февраля водитель автомобиля Kia, двигаясь по городской объездной по направлению к Ледовому дворцу спорта, не учла состояние проезжей части, не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник. В результате девушка получила незначительные травмы. С ушибом головы ее доставили для осмотра в больницу. С начала года на дорогах Сургута произошло уже более 30 аварий. Погибших нет. Около 50 человек пострадали. На этом все. Это была программа «Что произошло». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я Дмитрий Круковец с вами прощаюсь. Берегите себя.